I'm just flexing if you didn't know. Hey, I see stars when I look up. Hey, niggas talk that talk until I pull up. Hey, until I pull up, pull up. Самый интересный зазор, это, конечно, относительно левого крыла автомобиля. Здесь перепад высоты, если вы вот так вот посмотрите, здесь примерно 5 миллиметров над уровнем крыла. Это закрытый капот. Нам пришлось деталь разрезать на три части. Первая часть, вторая и вот третья, это непосредственно крепится к самому фонарю. Весь обвес выведен в идеал. Смотрите, какие теперь... идеальные зазоры в 3 миллиметра. В итоге мы оставили вот такой вариант, владелец одобрил. Предложение по шумоизоляции следующее. Старую шумоизоляцию удалить, потому что она не работает и не должна вообще в дверях находиться здесь. Потому что она может промокнуть, соответственно, все это удалить, обезжирить и сделать по технологии. То есть каркас из виброизоляции, дальше сплошным слоем положить вибру, специальный материал интегры, который для дверей идеально подходит. Здесь, соответственно, также сделать виброизоляцию и на карту двери уже нанести герметон с вырезанием всех технологических отверстий здесь и здесь, для того, чтобы, если понадобится вдруг арматурные работы, не приходилось все это заново переделывать, все сделать по-другому.
stamps to make the payments. Bodies hit the pavement to a heart's pumping hatred. I hate it that every move I make is crime related. But yo, it's time to get to this, knowing let's motivate kid. My crew run thick, plus quick, the bombs itch. Time to get paid, untraceable like mob hits. No one off a cliff or screen Geronimo like Mike. Or your other option is you can meet the 4/5. Yo, sex, money, and scandals. Sex and honeys that gamble with rocks and knots. Cruising on yachts. And yo, my plans to plot in this ruination. From this point, we gotta get it all out. And yo, what's going on in my nation? Brothers is pulling triggers and busting caps just for reputation. Along with the streets comes starvation. That's why brothers rob and kill. Instead, I will in certain situations. What's going on in my nation? Brothers is pulling triggers and busting caps just for reputation. Along with the streets comes starvation. That's why brothers rob and kill. Instead, I will. Всем привет! К нам приехал автомобиль Ferrari на установку обвеса. Когда мы сняли обшивку дверей, то увидели то, что дилер сделал шумоизоляцию. Вот. Сделал ее качественно, в несколько слоев, но не теми материалами, которые должны располагаться на двери. То есть эти материалы, они хорошие, хорошо сделаны, но они попросту здесь не работают. Было принято решение, согласовали с клиентом, чтобы все это дело демонтировать, обезжирить и сделать качественную вибро- и шумоизоляцию класса люкс. А именно, по нашей фирменной технологии мы сделали каркас из вибры внутри двери по металлу. Дальше сплошным слоем виброизоляции G3. Специальный материал, который используется в дверях, который не промокает. Далее внешнюю обшивку двери также сделали виброизоляцией G3. И пойдемте далее, покажу, что сделали по обшивке. На внутренней части карты двери также наклеили каркас из виброизоляции и наложили герметон А15. И теперь, благодаря этому сэндвичу из вибро- и шумоизоляции, все шумы, колебания, они гасятся. Это действительно работает. На наша 458-я. Продолжаем с ней работать. На данный момент у нас уже подогнан обвес, покрашен. Полностью машина оклеена в полиуретан. Четко. Получается четко. У вас действительно. Сейчас мы занимаемся салоном. Шумоизоляцию в дверей мы уже перевели. Шумоизоляцию дверей мы уже переделали, вы это видели. Там теперь все хорошо, красиво, как нужно. Теперь нужно заняться акустикой. В данном авто была заменена вся акустика, фронт и бас. С процессором и усилителем. На что жаловался клиент? Кошмарный фон. То есть заводишь машину, все визжит, свистит, и очень это портит все ощущения. Сам звук тоже как-то очень странно играет. Нету ни панча, ни баса. Ну, собственно, вот мы и стали разбираться. Разобрали. Ну, сначала послушали, услышали этот ужас, все разобрали и стали смотреть, что там не так. Во-первых, обнаружились сначала какие проблемы. Это с подключением. Ребята, видимо, первый раз с таким автомобилем столкнулись и стали тыкать куда подряд, подключились к чему первому нашли, и вот такой результат и получился. Потом, после установки акустики, тоже, видимо, они не сталкивались ни разу с установкой акустики, либо сталкивались в других автомобилях. В общем, кроссовер стоял на одной из коншин,
и давал дичайшие наводки на всю систему. Вот. Мы это все обнаружили, устранили и стали думать, что делать с акустикой, чтобы она заиграла. Процессор стоит Audison Bit10 в системе, в принципе, имеем место быть. Он, конечно, самый простой из всех, но функцию свою выполняет. Поэтому мы его решили оставить, также решили оставить и пятиканальный усилитель. Собственно, как было задумано здесь подключение на отдельном канале SAP и по канально сделанные пищалки и мидбасы в дверях. В принципе, схема имеет место быть. Мы решили, соответственно, усилитель оставить. В качестве усилителя здесь был применен Герц HDP5. Неплохая цифровая машинка. Вот. Ну, в принципе, на басы панч потянет. Но акустику мы решили сменить. Здесь стоит акустика Alpine установленная. Плюс нам еще не очень понравилось, как ее установили. Возможно, что-то с динамиками случилось. Возможно, перекосили корзину. Потому что играет она совсем не так, как должна. Вот. И мы решили реально добавить басы и панчи. Для этого мы обратились к французскому бренду Focal. Знаменитый легендарный K2 Power серии KRX-2. Соответственно, вот такие вот динамички, двухомные. И вот они нам и обеспечат бас и панч. Ну, кто знает, что такое Focal K2, те сейчас поймут. В качестве ВЧ-звена мы решили тоже пройти по стандартной дорожке. Поставим CDT Audio DRT26TS. Это у нас шелковые твиттера, которые шикарно играют, никаких призвуков не дают. И очень красиво в систему именно высокие частоты подают. Вот, будем сейчас все это дело менять. Как видите, шумоизоляция вот у нас уже переделана. Вот тот самый кроссовер, который нам и портил всю жизнь, давал наводки к коншине прицепленной. Ну, выкидывает с системы. Вообще, если честно, не очень понятно назначение этого кроссовера, с учетом, что система поканальная, согласитесь, да? На кой он тут вообще нужен, если у нас есть процессор и поканальное подключение на усилитель? Поэтому это все дело выкидывается, никаких кроссоверов у нас не будет, все порежем с процессора. Вот. Подиумы посмотрим, скорее всего, тоже, наверное, поменяем, переделаем. Нам тоже не очень нравится, вопросы вызывают. Нету проставочного кольца, чтобы звук целиком шел у нас через обшивку в салон. Ну и пищалки на термоклею, согласитесь, это ну не для Феррари уж точно. Все будем переделывать, менять, и она заиграет как надо. Присед делаю 1200 без остановки, у меня рекорд. У нас по Феррари продолжаются работы. Мы на самом деле должны были уже собирать этот автомобиль и готовить его к выдаче. Он уже полностью оклеен в полиуретан. Все детали необходимые открашены в цвет кузова. Весь карбон залачен. И мы уже в принципе приступили к сборке финальной. Но владелец решил еще немножечко добавить акцентов и наоборот удалить лишние цвета. Поэтому мы поигрались немножечко в фотошопе и предложили ему несколько вариантов. Основная причина была в том, что у нас все-таки автомобиль имеет преимущественно красный цвет, также он разбавлен черным глянцем и черным карбоном, ну и небольшие желтые эмблемки. Соответственно, мы решили сохранить концепцию трех цветов и удалить отсюда серые оттенки. Серый цвет у нас присутствует в масках фар, а также диски. Диски окрашены в серый мат, что, ну, на наш взгляд, абсолютно неуместно. Итак, мы нарисовали несколько вариантов, предложили владельцу окрасить суппорта в желтый цвет, фирменный Ferrari с нанесением логотипов. Также мы предложили окрасить диски в черный ультраглянец, это будет выполняться порошком. И заодно покрасим маски фар. Маски фар тоже будут в черном глянце, я думаю, фоном у нас сейчас это все будет показываться. Ну и самое интересное, это доработка задних фонарей.
Мы уже готовы были ставить на место задний бампер, но фонари ставятся практически там, ну, мешают установке бампера, поэтому мы не можем пока опять собрать этот автомобиль. Он у нас стоит в полуразобранном состоянии. В субботу к нам приезжает владелец, посмотрит промежуточные этапы, и заодно мы ему покажем, что же мы будем делать с задними фонарями вживую. Сегодня мы вам расскажем про доработку фонарей Ferrari 458. Поставлена задача. Мы имеем Ferrari 458 модели вот такие вот фонари задние. Человек хочет видеть максимально вот такие от 488. Соответственно, что мы сделали для этого? Были куплены два абсолютно новых фонаря от 488. Вот они в коробочках. Вот он один, мы уже достали, распаковали. Для чего они нам нужны? Нам нужно. Вот. А еще, кстати, мы заранее подготовились и купили на разборке битье, чтобы на нем поэкспериментировать, потому что всего один шанс разрезать эти фонари ровненько. Поэтому, как говорится, тренироваться нужно на кошках. Вот, собственно, у нас такая кошка, на чем мы будем тренироваться. Мы что все разобрали, поэтому покажем вам, что будет. Задача. Вот нам нужно вместо этого стекла поставить сюда вот это. Соответственно, будем аккуратненько выпиливать стекло. Отсюда выпиливать стекло и сращивать это стекло с этим стеклом. Потом, чтобы это все было красиво и аккуратно, мы поверх вот этого всего делаем сюда накладку из карбона. Она будет закрывать все вот эти швы косметические и будет выглядеть целым, прям аккуратным элементом фонаря. Теперь про электронную начинку. Здесь все на таких еще архаичных светодиодах, без рассеивателей, скучно. Здесь уже со светорассеивателями, с отражателями, такие модные красивые диоды сделаны, поэтому этот человек и захотел заморочиться. Но есть нюансы. Вот как это выглядит изнутри. Вот эта плата управляет габаритом и стопом. Вот он, рассеиватель его, который делает габарит стоп. Сюда светодиоды, это все рассеяло, рассеивает. Соответственно, с чем столкнулись? Банально с тем, что... Раз. Как вы видите, он сюда тупо не лезет. Вот. Буквально сантиметра не хватает, чтобы он сюда залез. Поэтому вот эту штуку с этой платой мы это выбрасываем и будем изготавливать новые, свои, сами печатать платы, сами изготавливать отражатель, рассеиватель. В общем, полный комплект для габарита стопа. Мы его сделаем чуть меньше, чтобы впихнуть вот в этот проем, чтобы сам корпус у нас остался целым, герметичным, и все работало долго, счастливо, и хороший был конец у всего этого дела. Вот эту центральную часть мы будем уже оставлять этой родной, потому что она подходит по габаритам, мы спокойно можем ее переставить. Доработаем крепеж, сделаем новые посадочные, установим, запаяем, и все будет отлично. Вот такая вот авантюра, друзья, нам предстоит. Работа предстоит долгая, порядка 2 недель уйдет на работу с электронной начинкой и еще где-то 2 недели на макетные работы по изготовлению вот сюда вот карбонового колпака и герметизации данных фонарей.
Так что следите за нами, не переключайтесь. Будем держать вас в курсе, как у нас обстоят дела. Также еще есть такая мысль сделать карбон под капоточку. Вот, соответственно, переходим сюда под капот. А здесь у нас сейчас вот такие вот элементы жаростойкие. И вот захотел клиент сюда сделать тоже карбон. Вот он просто начал трескаться. Клей, который мы использовали уже много раз, неоднократно, вошел с пластиком в какую-то реакцию химическую, и его просто начало рвать. Казалось бы, безвыходная ситуация.